Всем привет! Сегодня я расскажу про бензиновую электростанцию Hummer Flex GN6000T. Это мощный генератор, который подтянет технику суммарной мощностью до 5,5 кВт. Объем бака 30 литров, а время непрерывной работы до 10 часов. Генератор сможет обеспечить электричеством целый загородный дом. На панели управления две розетки 220 вольт, обычная на 16 ампер и силовая на 32 ампера. К ней можно подключать компрессоры, сварочные аппараты и обогреватели. Есть выход на клеммы 12 вольт для зарядки автомобильных аккумуляторов. На ЖК-дисплей выводится информация о токе, напряжении и моточасах. Индикатор загорается, когда масло начинает заканчиваться. Двигатель открыт, постоянно охлаждается, поэтому генератор работает без перебоев и остановок. Генератор тяжелый, почти 80 кг. Для его перевозки есть колеса и рукоятка. Рама повышенной прочности из хладнокатанных стальных листов. Ножки гасят рабочие вибрации. В широкую горловину бака удобно заливать топливо даже без воронки. А следить за уровнем топлива можно через смотровое окошко. В комплекте есть кабель зарядки аккумуляторных батарей, свечной ключ, комбинированная отвертка, две вилки 220 вольт и комплект для перевозки. Хотите знать больше про бензиновые электростанции? Подписывайтесь на наш канал, смотрите новые видео и задавайте вопросы в комментариях. Ответим!